Привет, друзья! С вами Елена Викторовна, ведущая блога okenglish.ru. Мы с вами проходим английскую грамматику Murphy English Grammar in Use уровня Intermediate. Этот урок я провожу по юниту 54, в котором мы будем говорить о том, как разделить два глагола, поставив между ними частичку to. Смотрим пункт A. В рамочке даны глаголы, после которых мы должны ставить частицу to, чтобы сказать еще один глагол. Что это за глаголы? Offer – предложить. Agree – согласиться. Refuse – отказаться. Decide – решить. Plan – планировать. Arrange – организовать. Hope – надеяться. Manage – справиться, управлять, fail, потерпеть неудачу, deserve, заслужить, afford, позволить себе, forget, забыть, promise, обещать, threaten, угрожать, learn, учиться. После этих глаголов можно использовать частицу to, чтобы сказать следующий за ним глагол. Смотрим примеры. It was late, so we decided to take a taxi home. Было поздно, и мы решили взять такси до дома. Decided – первый глагол, частица to, take – второй глагол. Обратите внимание, decided принимает на себя время, оно меняется по временам. Глагол, который идет после частицы to, остается в инфинитиве, то есть в начальной форме. Simon was in a difficult situation, so I agreed to help him. Саймон был в трудной ситуации, я согласился помочь ему. Agreed – первый глагол, to – частица, которая разделяет его со вторым глаголом, help. How old were you when you learned to drive? Либо второй вариант – when you learned how to drive. Сколько тебе было, когда ты учился водить? Learned – первый глагол, частица to, drive – второй глагол. I waved to Karen, but failed to attract her attention. Я махал Карен, но мне не удалось привлечь ее внимание. Failed – первый глагол, to – attract – второй глагол. Если мы хотим сказать отрицание с помощью частицы not, то она будет стоять между первым глаголом и частицей to. We decided not to go out because of the weather. Мы решили не выходить на улицу из-за погоды. Decided not – первый глагол. To – go – второй глагол. I promised not to be late. Я обещал не опаздывать. Promised – первый глагол, частица not, to и be – второй глагол. После некоторых глаголов мы не можем ставить частицу to. Мы должны давать второй глагол с окончанием ing. Подробнее об этом смотрите юнит 53. Примеры. I enjoy reading. Я люблю читать. Мы не говорим I enjoy to read. Мы должны использовать окончание ing у второго глагола, при этом между первым и вторым глаголом частицы to уже нет. Tom suggested going to the cinema. Том предложил пойти в кино. Suggested – первый глагол, going – второй глагол с окончанием ing. Are you thinking of buying a car? Ты думаешь о том, чтобы купить машину? Thinking – are thinking – это первый глагол, buying – это второй глагол. Обратите внимание, здесь и первый, и второй глагол имеют окончание ing, но первый глагол вместе с вспомогательным глаголом are – это время present continuous, второй глагол – это непосредственный глагол с окончанием ing, который мы присоединяем. Пункт B. Мы также используем частицу to после таких глаголов. Seem и appear – казаться. Tend – иметь тенденцию. Pretend – притворяться. Claim – заверять, утверждать. Примеры. They seem to have plenty of money. У них, кажется, есть много денег. Дословно глагол seem нам неудобно переводить на русский, как есть, поэтому мы заменяем его конструкцией «кажется, что». У них, кажется, есть деньги. Мне кажется, что у них есть деньги.
Sim – первый глагол, частица to и have в начальной форме – это второй глагол. I like Dan, but I think he tends to talk too much. Мне нравится Дэн, но мне кажется, что у него тенденция к тому, что он слишком много говорит. Tends – первый глагол, to – частица, talk – второй глагол. Anne pretended not to see me when she passed me in the street. Анна притворилась, что не видела меня, когда прошла мимо меня на улице. Pretended – первый глагол, not – отрицательная частица, to – и второй глагол – это see. Также мы можем употреблять после частицы to во втором глаголе не только обычный инфинитив. Можно использовать continuous infinitive – to be doing и perfect infinitive – to have done. Мы не будем подробно останавливаться, что это за виды инфинитивов в этом уроке. Смотрим примеры. I pretended to be reading the newspaper. Я притворился, что читаю газету. Pretended – первый глагол. To be reading – это второй глагол в форме continuous infinitive. You seem to have lost weight. Кажется, ты потерял вес. Seem – первый глагол, частица to и второй глагол в форме perfect infinitive. Have lost. Martin seems to be enjoying his new job. Мне кажется, Мартину нравится его новая работа. Seems – первый глагол, частица to, being doing – это continuous infinitive. Пункт C. Есть у нас такой интересный глагол, как dare – осмеливаться. Он ведет себя довольно необычно, и его можно использовать иногда как и модальные глаголы. После слова dare мы можем использовать следующий за ним глагол, то есть infinitive. Либо с частицей to, либо без частицы to. Смотрим, как это работает на примере. I wouldn't dare to tell him. Либо I wouldn't dare tell him. Я бы не осмелилась ему сказать. Если мы хотим сказать не осмелился, dare not, мы должны использовать следующий за ним глагол без частицы to. I daren't tell him what happened. Я бы не осмелилась ему сказать, что случилось. Кстати, заметьте, что частица not прилипает к глаголу dare, и ее можно сократить. Мы не можем сказать I daren't to tell him. Только I daren't tell. Пункт D. После некоторых глаголов можно использовать вопросительные слова. Здесь они, наверное, будут идти как союзные слова. Присоединять придаточное предложение. Мы можем пользоваться этой структурой, даже нужно пользоваться этой структурой после таких глаголов, как ask – спрашивать, decide – решать, know – знать, remember – помнить, forget – забывать, explain – объяснять, learn – учить, understand – понимать. Wonder – удивляться. Смотрим примеры. We asked how to get to the station. Мы спросили, как добраться до станции. Asked – первый глагол. How – вопросительное слово. Частица to и get – второй глагол. Have you decided where to go for your holidays? Ты решил, куда отправиться на каникулы. Decided – первый глагол, where – вопросительное слово, частица to и go – второй глагол в форме infinitive. I don't know whether to apply for the new job or not. Я не знаю, устраиваться ли мне на новую работу или нет. No – первый глагол, whether – вопросительное слово, to и apply – это второй глагол. Мы можем расширить эту конструкцию. После таких глаголов, как show – показывать, tell – говорить, ask – спрашивать, advise – советовать, teach – учить. Потом мы говорим, кого, на кого направлено действие. Потом даем вопросительное слово, частицу to и второй глагол. Это легче всего понять на примере. Can somebody show me how to change the film in this camera? Кто-нибудь может мне показать
Как изменить фильм на этой камере? Show – первый глагол, me – мне, на меня направленное действие, how – вопросительное слово, частица to и второй глагол change. Ask Jack – he'll tell you what to do. Спроси Джека, он скажет тебе, что делать. Tell – первый глагол, you – кому тебе, what – вопросительное слово, частица to и второй глагол, который мы после нее ставим. Я думаю, дорогие друзья, этот юнит будет попроще, чем предыдущий, 53-й. Но если у вас остаются вопросы, пожалуйста, оставляйте их в своих комментариях. Материал достаточно сложный и часто употребляется. Посмотрите эти юниты, эти уроки несколько раз. С вами была Елена Викторовна. Ждите новых уроков. Goodbye.